Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One – идеальный подарок для 70-летней женщины. Компания Bugatti представила уникальный экземпляр гиперкара Chiron Super Sport, сделанный для американской клиентки. Ее очень щедрый супруг решил сделать ей необычный подарок к 70-летию и помог воплотить образ запавшего ей в душу классического Bugatti Type 57 SC Atlantic из середины 30-х в современном автомобиле. 20 лет назад клиентка, имя которой не называется, посетила автомобильный музей Малина в городе Окснард, США, штат Калифорния, и впервые увидела там один из трех сохранившихся экземпляров Bugatti Type 57 SC Atlantic. Эта модель считается не только апофеозом стиля 30-х годов прошлого века, но и одним из самых красивых автомобилей всех времен и народов. Наша героиня буквально влюбилась в эту машину, хранила ее в своей памяти и стала мечтать о собственном Bugatti. Эту мечту реализовал супруг нашей героини. Он сам страстный поклонник Bugatti и давний клиент этой марки. К 70-летнему дню рождения дражайшей супруги он выделил круглую сумму денег на постройку уникального гиперкара по мотивам того самого Bugatti Type 57 SC Atlantic. Женщина отправилась в штаб-квартиру Bugatti во французский Моль-Сэм и встретилась там с ведущим дизайнером марки Яшей Эш. Он детально погрузил новую клиентку в историю Bugatti. Затем они вместе долго рассматривали масштабную модель, так понравившейся ей Bugatti Type 57 SC Atlantic, и наметили контуры уникального проекта, получившего в итоге имя 57 One of One. Яшей Эш и сам давно хотел воплотить дух Bugatti Type 57 SC Atlantic в современной модели французской марки. И вот, наконец, подвернулся подходящий случай. В качестве базы для разового проекта была взята 1600-сильная высокоскоростная версия Super Sport гиперкара Chiron, способная разогнаться до 440 км в час. Яшей Эш решил дотошно воспроизвести светло-голубой цвет увиденного клиенткой Bugatti Type 57 SC Atlantic и отправился для личного знакомства с этой машиной на временную выставку в музей Гугенхейма в Бильбао, где долгое время наблюдал за игрой света на поверхностях этого шедевра автомобильного искусства. Оригинальный цвет Bugatti Type 57 SC Atlantic успешно воспроизведен на Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, но есть и другие общие черты. Современный гиперкар получил хромированную радиаторную решетку в стиле классического предка. Уникальные хромированные колесные диски и изображение профиля Bugatti Type 57 SC Atlantic на нижней стороне выдвижного антикрыла. Салон обшит коричневой кожей гаучо и украшен памятными надписями, свидетельствующими об эксклюзивном статусе данного экземпляра. Дверные карты декорированы вышитыми профилем Bugatti Type 57 SC Atlantic A, а подголовники профилем скульптуры «Танцующий слон». Авторство Рембрандта Б. Это брат Эттора Б., основателя автомобильной компании Bugatti. Во сколько миллионов евро обошелся эксклюзивный Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, пресс-служба французской марки не сообщает. Добавим, что общий тираж Chiron составил 500 экземпляров. Преемника этой модели компания Bugatti представит в 2024 году и запустит в производство в 2026.